Всем привет, меня зовут Светлана. И в данном ролике мне захотелось поделиться витаминами, которые моментально избавляют вас от всех вирусов и инфекций. Вся моя семья практически заболела вирусом. Это дети, внуки, я. Пришли витамины ГРУ, компания ПИЕЛ. Вы знаете, мы уже 3 дня как болели. Сегодня приходят витамины ГРУ, допустим, я их кушаю. Это в обед они ко мне пришли. Вечером у меня уже симптомов не было. У меня уже нос дышал, уже горло было свободное тоже, скажем, без боли, без хрипоты, без всего. И сразу начала сходить мокрота. Меня никуда больше не завело, никакие эти вот температуры сразу же не было за полдня. Это я считаю, что это моментальное освобождение, исцеление, восстановление здоровья, да, как хотите, так и называйте. Это было пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Почему я все дни посчитала? Потому что попали мы на выходные. Мы не могли пойти к врачу, чтобы ребенку взять справку в садик на понедельник. Поэтому мы пошли в понедельник и взяли справочку на вторник. Вот и считайте, грипп, если раньше 10 дней, в этот раз сутки. Витамины ГРУ, вы понимаете? Вот для тех, кто хочет быть здоров, найдите на ютубе, почитайте. Пишите мне, я пришлю вам ссылочку, отвечу на ваши вопросы. Моя овчарочка Багира витаминами ГРУ вернула себе аппетит. Она очень плохо кушает и очень давно. Я уже думала, может это с возраста, может еще что-то. И просто давала ей витамины ГРУ, потому что она их очень любит, как и любит футбол. Вот так же она мне их и требует, Лая. И поэтому, балуя ее, получилось, что мы ей восстановили аппетит. Энергичность, игривость, здоровье, да, практически. Вот, так что, кто желает своим деткам здоровья, кто желает быть, мама, счастливая, спокойная. Сейчас садики, это очень важно. У меня сейчас тоже вот старшая дочь в Питере находится. И муж у нее очень часто болел. Это вот еще один такой результат. И она говорит, мама, он постоянно болел, так часто болел, говорит, это все. А это, говорит, вышли сейчас на работу, он работает, и, говорит, уже многие переболели по 3 раза. А он, говорит, уже жалуется, говорит, ну почему это вот так? А я говорю, Ира, вы кушали витамины? Она у меня с характером, она немножко не принимает вот эти ни БАДы, ничего. Долго мне пришлось с ней разговаривать, чтобы она что-то взяла и принимала. И вот получилось, что мужу она давала айс, Powerman, там, ГРУ, Альт, вот такие вот, да, просто кушали. И вот прошло время, он просто перестал болеть, понимаете? И он сам говорит, я бы уже пошел на больничный и отдохнул бы. Так что вот для тех, для всех, кто желает здоровья себе, своей семье, своим родным и близким, приглашаю в компанию ПИЕЛ кушать витамины, дрожжи, аккумулит эссей, аккумуляция силы. Будьте здоровы все. Есть вопросы? Пишите. Отвечу с радостью.